Привет! Вы только что решились на большую работу по поддержанию своего здоровья. Пришли на программу Detox. Как вдруг почувствовали первые симптомы простуды. Что делать? Бросать или продолжать? Не стоит отказываться полностью от программы. Detox от NutriLight основан на базовых принципах здорового питания. Отказ от простых углеводов, фастфуда, консервированных продуктов, блюд быстрого приготовления принесет вам только пользу. Вы можете не следовать полностью рекомендованному меню. Возможно, у вас появится потребность в бульонах, морсах, легких блюдах на пару. Стоит прислушаться к своему организму и изменить рацион. Важно также понимать, что тяга к простым углеводам не тот сигнал, который следует исполнять. Здоровье – это прежде всего баланс между знаниями, осознанными действиями и теми сигналами, которые подает наше тело. Вас поддержит равновесие полинасыщенных жирных омега-кислот, поэтому, возможно, вам необходимо принимать омега-3. Также важно сохранить регулярный стул, оптимальное пищеварение. Около 70% иммунитета находится в кишечнике, поэтому очень важно создать оптимальные условия для его работы во время простуды. Также нужно помнить о том, что иммунные клетки – это прежде всего белковые структуры. При недостатке протеина иммунитет будет страдать. Если во время простуды снижен аппетит и вам не хочется есть мясо, птицу или рыбу, то от протеинового коктейля очень сложно отказаться. Сделайте его максимально полезным и вкусным, добавив горсть зелени, половинку банана, ягоды и прибегайте к виде инулина или глюкоманана. Сохраняйте водный баланс. Кроме чистой воды, пейте несладкие морсы, ягодную воду, кисели из молотых семян льна или чиа, облепиховый чай, настой шиповника, овощные бульоны. Физические нагрузки можно сократить или отменить на время. Все зависит от вашего самочувствия. Существует простое правило для того, чтобы принять решение, идти на тренировку или нет. Если симптомы выше шеи и у вас нет температуры, нормальное артериальное давление, то, возможно, тренировку не стоит пропускать. Вы можете снизить интенсивность и продолжительность. Например, если у вас болит голова или вы ощущаете тяжесть в голове. Если симптомы ниже шеи, например, болит живот, то лучше повременить с физической активностью. Принимайте во внимание эти простые правила и будьте здоровы!